Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня готовлю очень вкусные заварные блинчики на кефире. Берем одно сырое яйцо, добавляем немного соли, 2 чайные ложки сахара, перемешиваем. Затем добавляем 1 стакан кефира емкостью 250 мл. Добавляем 1 стакан муки, желательно ее просеять. Взбиваем при помощи венчика тесто. Берем 125 мл очень и очень горячей воды. В кипяток всыпаем соду пищевую, 1/4 чайной ложки. И быстро-быстро размешиваем и вливаем тесто. Очень тщательно перемешиваем. Оставляем его минут на 5. 5 минут прошло. Добавляем растительное масло без запаха, 1 столовую ложку. И окончательно перемешиваем тесто. Хорошо разогреваем сковороду. Сковорода с антипригарным покрытием, но все равно я первый раз обязательно ее слегка смазываю растительным маслом. Посмотрите, какие получаются блины с дырочками. На вкус они очень и очень приятные. Все в них в меру, и соли, и сахара. Как говорится, не убавить, не прибавить. Замечательный рецепт заварных блинчиков на кефире. Советую вам приготовить. Не пожалеете. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч!